Новое здание детского сада стало настоящим украшением поселка. Многие семьи признаются, что с нетерпением ждали окончания строительства. Сегодня родители с восхищением смотрят на новый детский сад, который распахнул двери для 150 малышей. Сегодня здесь, на Вокотской земле, большой праздник. И я от всей души вас с ним поздравляю. Праздник, который ждали все. Родители, наши воспитатели и, конечно же, наши маленькие герои дня, наши дети. Программа по обеспечению детей от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях уже практически завершена. Благодаря ей в области создано больше 400,5 тысяч мест. В этом году планируется решить проблему с дошкольными учреждениями еще для 650 малышей. Здесь две группы раннего возраста, это дети от 1,5 до 3, и 6 групп от 3 до 7. У нас была очередность, на сегодняшний день эта проблема будет снята. Просторные группы, множество игрушек, гимнастический зал, бассейн, компьютерный класс. От нового детского сада в восторге и дети, и родители. Сад очень красивый, конечно, превзошел все просто ожидания, которые были у нас. Мы вот на очереди стояли почти 3 года. Вот у нас еще маленький растет. Тоже с удовольствием приведем его сюда, как подрастет. В следующем году проблема с очередями в детские сады в регионе будет полностью решена. Родителям больше не придется беспокоиться о том, куда определить свое чадо. Екатерина Зодина, Евгений Седачев. События, Брасовский район.